веселый. Уже скриптик можно посмотреть, как оно будет уже все автоматически создано. Заменим заодно на белый фон. Так, удаляем все из папочки. Запускаем. Наслаждаемся видами. Как котик сам будет создаваться. Вот у котика начинает хвостик меняться. Все это время создаются новые рисунки. Остается только сидеть и наслаждаться. И думать, какой же Excel все-таки крутой чувачок. У нас пошла нижняя часть хвостиком. Каждое изображение создается по 6 штук, по-моему. Создается последнее изображение. Так, а создание анимации, видимо, не прошло. Идем вручную создадим. Сейчас мы заменили прозрачный фон на белый. Вернее, прозрачные иконки на белые. Посмотрим, на что это будет похоже. Может все оказаться белыми кубиками. Что будет не совсем хорошо. Так, создался. Ждем, пока появится. Вот о чем была речь. Хотя с другой стороны, на белом фоне ничего не видно. Будет видно только на прозрачном, что это все кубиками.